Иона, можешь говорить? Ага. Мы с Учи разбили лагерь, все хорошо. Домингес здесь. Он предводитель секты Кукулькана. Унурату борется против них. Что? Он здесь уже не первый год. Тринити контролирует Пайтити. Я отправлюсь к глазу змея. Надо найти ларец до начала очередного бедствия. Solón te cajó. Utsoka, Mishbiki, un pantalón, Tawila, Timwila, Yankun Pel Sotor, Umachma. Где моя мама? Улаживает дела между стражниками и Хаканом. А что там снаружи Пайтити? Ну, снаружи много всего. Мир очень большой. Больше, чем Пайтити? Больше, чем сотни Пайтити. Что? Возьмешь меня туда? Думаю, твоей маме будет что сказать на этот счет. То, что ты ищешь, скрыто там. Как я пойму, что нашла нужный зал? По запаху смерти. Если выживешь... Можешь выбраться через старую систему орошения. Встретимся там. Будь осторожна. Там могут быть сектанты. Отлично.
сюда. Ну и вонь. Вот про это место Эцли и говорил. Спокойно, Лара, без нервов. Сейчас тошнит. У тебя все получится. Ритуальное жертвоприношение. Выбора у меня нет. Это один из мятежников? Змей с серебряным глазом. Я на верном пути. Да, сюда. Запах все усиливается. Лара, как ты там? Иона, я нашла еще одного змея с серебряным глазом. Похоже, я почти у цели. Обсуждаю сучью тату. Тату? Да, ты видела тату Нурату? На ней цапля и затмение. Возможно, это как-то связано с серебряным ларцом. Сомневаюсь.
Другого выхода нет. Ну ладно. Тут нефть и кровь. Свободен. Надо идти дальше. Это что, зал для кровопускания? Понадобились сотни жертв, чтобы наполнить кровью эти каналы. А теперь искать ларец. Змея. Вот что они нашли, Тринити.
Эцли. Вот этот мелкий бунтарь. Эцли! Вот она! Хватай! Хорошо, я вернусь, как только смогу. Унурату! Эцли схватили. Знаю. Они держат его в казарме. Думаем, как его освободить. Я хотела помочь, прости. Он боец. Что это? Это ключ. Кажется, это вещь из горного храма. Он примыкает туда, где его держит. К ларцу и щель ведь можно попасть из казармы. Поэтому сектанты захватили храм. Там много охраны. Нам нужно будет действовать тонко, тихо. Есть обходной путь. Был один у соляной шахты, но почти обвалился. Там опасно. Может, у меня получится? Возможно. Ты уже достойно себя показала. Последний раз я была там в детстве. Но, насколько я помню, казармы во внутренней крепости. Если я проберусь в обход, я расчищу путь и впущу вас. Мы вызволим Эцли и пойдем за ларцом. Я займусь сыном. Ты иди за ларцом.
Иона, я приближаюсь ко входу в шахту. Учу говорит, он у края горы. Он послал повстанца открыть его. Спасибо. Ну вот. Тут надо поосторожнее. Oye, Kuhelani, tú la cantuushan, telumo, teiko, taktehao, kawujik, bei, tanukimil yunkin, mushantan, yanusatan, liyo, porcaba, masaja. Я на месте. Мунурату только что ушла с Хаканом. Когда откроешь ворота, она будет готова. Yantala suktal yetel ukil el kiko. Walkila, shena choabaj. Malo bin lak. Я на верном пути. Осторожно. Si palchuco so okwautan tak belama mauka tuyal tuskutaki kuba le kushul makobo oksahola le nonoh vale misbalu belal yankoksik tuyole kukulkan le bejo minha minma Kukulkan kaukiki tanton! Mantan, mashaneyan basu yuhel. Patikin binkasan. Mahuna beni! Yanin wilikwa mishbal. Ilang silo on soku kimesal! Кажется, место то самое. Вот эти-то ворота и нужно открыть. Chaite chotzil il kukulkan. Ah!
Machini keshu lag lehulo. Minso kubin in walik. Laili topoleche. Tumen weyantin wetel kukulkan. Machesh. Kukulkan hol besik ek maskav. Hetzabab walkila, beyoje lucha y cotzil el kukulkan. Kohosh, sanulak intikoob kukulkan. Теперь надо открыть ворота. Шокол! Каларпил! Мама! Учу! Уведи его! Иона. Как там Эцли? Нормально. Они его вытащили, но Унурату взяли в плен. О, нет. Ты в порядке? Да. Я пошла за ларцом. Не знаю, сколько времени это займет. Делай, что должна. Спасибо. Stars will be counting. As long as we fight it together, we can turn it around. No matter the weight of disaster.
out of the weight of disaster.